Что, клиентов недостаточно? Вот ваш клиент. Что я могу еще сказать? Ваши клиенты все там. Приходите, забирайте. Так, где-то пошла движуха. Здесь, что ли? Рядом с кладбищами. Все возрадовались или что? Где движуха-то? Я вижу одни значки трупов, все. Ну вот. Где-то здесь. Вот здесь почему-то. Здесь-то что пошла движуха? Образование, что ли, получили? Что-то пошла движуха. Непонятно, непонятно, с чего вдруг. Опять-таки начали перестраиваться все в небоскребы. Ну как небоскребы? Тут этажей 20. Наверное. Ну у этого побольше. У некоторых реально 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, грубо говоря, там пентхаус. 17 этажей. Небоскреб. Последний уровень, да. Ну чё, население хотя бы хоть как-то вверх пошло, окей. 65,5. Лет через 20 триллионов, наверное, доберемся до 80 тысяч. Все это застопорило жутко просто. Вот это тоже мне нравится. А какая была потребность в этом? В бизнесе? Это пипец. А сейчас что-то как-то... Вот она и потребность во что вылилась. Не все застроилось, половина забросилась. Все. Просто все. Ладно, здесь хотя бы пробка рассосалась. И то уже радость-то какая, а? Промзону все равно придется переносить. Я, правда, не знаю, как все это буду переносить. Вот это вот все. Вот это придется очищать, черт возьми. Перед тем, как переносить, соответственно. Потому что город я планирую продолжить вот так вот строить. Промзона, соответственно, вдоль берега. Может быть, еще на том берегу. Придется делать полную перепланировку. Ну ладно, посмотрим. Это еще не скоро будет. В любом случае. Потому что здесь пипец. О! Домик горит. Вы рано приехали, пожарный. Я бы хотел посмотреть, как полыхнет нормально. Но они что-то не хотят смотреть. И мне интересно. Странные ребята. Я бы посмотрел. Зря, зря. Ошибку делаете, господа. Это что такое? Что за... Дом имени Жанны Агузаровой или что? Что это? Приемы с Марса ловить. Вообще нормально. Так. По-моему, побыстрее дело задвигалось. Ну, по крайней мере, здесь-то, конечно, да, все еще все то же самое. Правда, вот этого смущает. Что эти без образования сидят? Я понимаю, конечно, что они... Ну, они довольно давно уже построились. Еще они все необразованные, какие-то непонятные господа. Вообще в голову не укладывается. Так, садов теперь... Меньше половины хватает. Ну, это понятное дело, опять-таки, тут куча понастроилась, куча еще апгрейднулась. Так что... Это как раз-таки понятно.
Школ все так же половина. Не знаю, детские сады, что ли, строить? Продолжать. 7800 дохода. Как раз норма. Ну, будем, да, давайте образованием займемся. Хотя бы, пускай, хоть какое-то образование получают. Естественно, престиж земли сразу же вырос. Пошли новые здания. На вот этом вот небольшом количестве пустых участков строится. Здесь еще будет все улучшаться. Да, здесь небоскреб пошли, отлично. Отлично. Ну, я думаю, с этой территории мы все-таки выжмем 80 тысяч населения. Называется то чувство, когда построил начальную школу, это на графике ровным счетом ничего не дало. Вообще ничего. Ну ладно, сейчас они там заполнят все это дело. Графики, я думаю, переменятся. В любом случае, еще средние школы. Их слишком мало. Надо строить. Че, у меня уже 4 средних школы и все мало? Заметьте, что образовательных учреждений здесь 3, а видов образования... А, без образования, понятно. Начинаю тупить. Пять станций метро, мать ее. Текс. Да хватит ездить под моим окном. Хотя если у меня тут в мониторе ездит гораздо больше народу, но в этой игре нет мотоциклов, только мотороллеры. Они уж точно не такие громкие. Вы что начали улучшаться? Хотя они уже давным-давно улучшаются, так что... Можно не удивляться уже, наверное. Так, что у нас там по крематориям? Кстати говоря. Доступность крематориев высокая. Образование никому нафиг уже не интересно. Средний уровень здоровья 72. Пожарка. Пожарка все сложнее. Вот это вот. Сколько ни ставь, что ни делай, все равно здесь все хреново. Почему? Непонятно. Так, полицаи. Я думаю, здесь стоит построить участок. Настало время тратить все заработанные деньги. Ну, весь доход. На всякую пургу.
Так, это пожарное депо, да. Тратим деньги на всякую пургу, на всякую пургу, на всякую пургу. Будем бомжами в веселом кругу. Сейчас, небось, из-за того, что я там поставил пожарную станцию, здесь что-нибудь начнет улучшаться. Смущает меня вот этот вот бачок лысенький. Конечно. Хорошо бы было, если бы они тоже все-таки соизволили бы, как бы, улучшиться. Но не улучшается. То есть ботанический сад, парк, что-то где-то еще что-то. И так далее и тому подобное. Старшая школа под носом. Символ изобилия есть. Транспортный офис. Еще парк. Не хотят улучшаться. Все так же продолжает в два ряда ездить. Куда-то все мусорные машины подевались, а вот они стоят где-то, да? Да. Да-да-да. Сейчас эти предприятия улучшатся до второго уровня и сразу же загнутся от того, что у них там не хватает покупателей или рабочих рук. Скорее всего, рабочих рук. Здесь начали улучшаться до небоскребов. Офигеть. А здесь не хотят. Тот район, по-моему, в городе самый прикольный. Вот это вот чисто центр города. В принципе, его опера отмечает, скажем так. Здесь такие основные здания, типа пожарные это. Станции, больница, всякие разные парки, главные магистрали идут. Вот главная артерия, скажем так, вот здесь проходит, транспортная. Да и вот так вот тоже вторая транспортная артерия. Ну, не знаю. Но вот этот лысый бок, он меня просто убивает. Давай улучшайся. Не хотят улучшаться здесь. Не знаю почему. Чего-то им там не хватает. Ладно, гады. Еще одну среднюю школу вам ставить, что ли? Я думаю, лучше построим детский сад. Это будет как-то попродуктивнее. Все, улучшайтесь. Этого должно хватить, я думаю. Да и трупов вывезите, заколебали уже черепушки. Я вот там химикат какие-то разлиты, потому что черепушка чисто от знака химической угрозы. Ну или там минного этого. Осторожно, яд. Или там осторожно, минное поле. Вот такие уже черепушки.